Добрый день, дорогие друзья, с вами компания Arbat Homes, и меня зовут Никита. Как у вас дела, уважаемые подписчики, которые уже стали частью нашей компании, которые стали нашими друзьями, гости, которые в первый раз попали на наш канал, как у вас настроение? У меня есть огромная куча вопросов к вам, я задам только один. Друзья, скажите мне, пожалуйста, а чем вас привлекает Турция? Лично меня? Она привлекает своим климатом, комфортными условиями проживания, продуктами, воздухом и многое-многое другое. Об этом общаться можно очень долго. Мне интересно узнать, чем же она привлекает вас. Ну что ж, перейдем к основному. Мы сейчас находимся с вами в районе Махмутлар. И приехали мы сюда для того, чтобы снять вам одну замечательную квартиру. Кстати, на балконе, в которой мы сейчас находимся. И план у нашей экскурсии сегодня таков. Я для начала покажу вам саму квартиру, познакомлю вас с ней. Потом мы посмотрим инфраструктуру данного комплекса. После чего выйдем на улицу и немного прогуляемся вокруг. Ну что ж, добро пожаловать, пойдем. Что ж, мы зашли с балкона, попали мы с вами в огромную гостиную, очень просторную. Вы сами можете это наблюдать, она очень большая, ее можно поделить даже на две комнаты при желании. Мебель, техника, фурнитура, холодильник, духовка, в этой квартире все есть, как в гостиной, так и в основных комнатах. К слову, планировка в этой квартире 3+1, это четырехкомнатная квартира. Три спальни, гостиная, объединенная с кухней, как вы сами можете наблюдать. Два санузла и один огромный балкон, о котором я вам уже рассказывал. Выход на балкон есть как из гостиной комнаты, так и из одной из спален. Первая спальня, в которую вы попадаете, зайдя в квартиру, это детская спальня, либо же гостевая. Огромная односпальная кровать. Шкаф вместительный большой, вся необходимая техника и кондиционер. Пойдемте посмотрим дальше. Вот, кстати, прихожая этой квартиры также очень просторная. Вот могу вам даже показать. Шкаф достаточно немаленький. Ну, при условии того, что эта квартира имеет планировку 3+1, рассчитана она не на двух человек, то, соответственно, и шкафы здесь тоже большие. Также обратите внимание на иллюминацию, которая присутствует в этой квартире. Все сделано в интересном дизайнерском стиле, все сделано со вкусом. Следом находится второй коридор. Повернув направо, можно увидеть первый санузел с ванной. Обращаю ваше внимание, что там не душевая кабина, а конкретно ванна, что, наверное, является редкостью для турецких санузлов. Мы попадаем во вторую спальню, также со своим санузлом и душевой кабиной. Две кровати можем с вами наблюдать. Точно так же она подойдет как для роли гостевой спальни, так и для детской. Шкаф, кондиционер, все здесь есть, вам ничего докупать, покупать не надо. Последняя спальня очень просторная, это хозяйская спальня, есть выход на балкон, огромное панорамное окно, она же дверь, сейчас я вам его продемонстрирую. Шкафы, подсветка, красивая картина, кстати, висит, мне нравятся такие, опять же, шкаф. Как я уже много раз говорил, здесь в каждой комнате есть шкаф, и это нормально, это абсолютно нормально. И место под ваши личные вещи, куда можно поставить телевизор, либо там все, что вы захотите. В общем, это не важно, это уже на ваше усмотрение, дорогие друзья. Ну что ж, вот второй выход на балкон, как я вам говорил, продемонстрирую, пожалуйста, демонстрирую. Мы попали на балкон, на котором мы уже с вами были, а сейчас предлагаю спуститься вниз и посмотреть инфраструктуру данного комплекса. Пойдемте вниз. Друзья, вы еще там? Я уже здесь, я устал вас ждать. Пойдемте по территории прогуляемся. Ну что ж, друзья, наконец-то я вас уже заждался. Пойдемте прогуляемся немного по территории. И хочу обратить ваше внимание на то, что территория этого комплекса очень хорошо облагоустроена. Как вы можете наблюдать, очень красивый зеленый сад. Кстати, лимонное дерево тоже там есть. Если вам захочется попить чай с лимоном, вам надо будет просто спуститься и его сорвать. Сейчас мы с вами направляемся к бассейну, обходим вокруг дома, и параллельно вы можете наблюдать, в принципе, как обустроена территория этого дома, повторюсь, насколько она зеленая. А вот мы, в принципе, дошли и до самого бассейна. Давайте посмотрим бассейн. Ну что ж, друзья, непосредственно сам бассейн, он достаточно глубокий, совсем не маленький по размеру. Есть детский бассейн, но, к сожалению, так как купальный сезон уже закончился, его спустили. Ну что ж, пойдемте выйдем на улицу, прогуляемся вокруг комплекса, и заодно я вам покажу кое-что интересное, чего в странах СНГ вы точно не видели. Друзья, как вы думаете, что делают эти ребята? А я вам расскажу сейчас, что. Это специальное устройство, благодаря которому есть возможность поднимать крупногабаритный груз, транспортировать его сразу на этаж. Потому что у нас
странах, в Украине, в России, принято так, если что-то нужно поднять на этаж, то это закидывается к себе на спину и поднимается. Здесь нет, здесь это придумано для того, чтобы упростить способ транспортировки, как я уже сказал, поэтому, ну, это немного интересно. Ну что ж, вот комплекс, с которым мы вас познакомили, сейчас мы вышли на улицу. Данный комплекс расположен в 10 метрах от одной из центральных улиц Махмутлара, которая называется Барбаросса, на которой находится огромное количество магазинов. Вот конкретно от этого комплекса, пройдя вправо 10 метров, мы можем увидеть такие магазины, как Шок, Сэдж и новый гипермаркет, который открылся буквально 2 недели назад. Да, всего 2 недели назад он открылся, он самый большой в этом районе, и для того, чтобы до него добраться, совершить какие-то покупки, ну, 1,5-2 минуты пешим ходом – это максимум. Дальше за ним, если мы пойдем прямо, мы выйдем с вами к береговой линии, и по специальному подземному переходу мы попадаем сразу же на пляж. То есть дорога от комплекса до моря где-то 200 метров, или же 3-4 минуты пешком, в зависимости от того, каким темпом вы ходите. Я, например, хожу очень быстро, я и за минуту дойти могу. Ну что ж, друзья, вот тот самый пляж, до которого мы добирались ровно 2 минуты. Как мы можем видеть, некоторые еще купаются, так как у моря температура плюс-минус комфортная. Давайте подведем итог, после чего будет минутка полезной информации. Мы с вами посмотрели апартаменты, которые имеют планировку 3+1 с 2 санузлами и одним огромным балконом, общая площадь которого 150 квадратных метров, да, целых 150 квадратных метров. Данная квартира расположена в комплексе, который находится в 250 метрах от моря. И, внимание, 3 знака восклицания, цена. Цена на эту квартиру составляет всего 85 тысяч евро. Да, 85 тысяч евро стоит эта квартира. Вы сами могли ее видеть. Квартира с очень интересным дизайном, очень хорошей планировкой, в очень хорошем комплексе. Очень много раз я сказал слово «очень», но вы меня простите, я знаю. Теперь минутка полезной информации. Поступали вопросы, могут ли родственники также получить вид на жительство на основании права собственности, то есть ТАПУ, о чем я рассказывал в прошлом ролике. Ответ – да, конечно, могут. Для этого нужно добавить, если вы делаете для своего ребенка, это свидетельство о рождении, то есть подтверждение родства апостилированное, и либо для родителей точно так же ваше свидетельство о рождении. Либо, если вы хотите это сделать для своей супруги, либо супруга, вам нужно свидетельство о браке, также апостилированное. Апостиль – это, по сути, штамп, который говорит о том, что данный документ является настоящим, что он подлинный. Вот и все. Это страшное слово, но ничего тяжелого в этом нет. Друзья, с вами был Никита, компания Arbat Homes, ваш надежный партнер, ваши друзья, ваши люди в Турции. Всем хорошего настроения, всем пока-пока, до скорых встреч. Кстати, кто обратил внимание, сегодня бабочка у меня под цвет телефона. Всем пока-пока, до скорых встреч.